Знаете, что я вам скажу? Что вот постоянное кивание на заграницу, как на источник всех наших бед, неверно. Неверно по сути своей. Все наши беды в нас самих. От нашей собственной безалаберности и слабости все проистекает. Вот у нас куда ни сунься, у нас везде Чечня. И не только на Северном Кавказе, фигурально выражаясь. Да? У нас в экономику сунься, там... беда и горе сплошное. Да, да. Значит, посмотрите на наши международные отношения, на наши отношения в самом ближнем зарубежье. У нас везде какая-то зияющая дыра проблем.